Я нашел. Садись в лодку. Надо привязать его к лодке. Держи. Уже хватит. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно.
Это последнее. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед!
Посмотрю, что впереди. Пойдем сюда. Мы не на охоту? Что ты нашел? Следы, но не олени. Поищу еще. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да.
Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп. О, стой, следы оленя свежие. Сюда. Медленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал... Ищи. Go!
Нет! Ты не готов! Назад! Мы раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Олень пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой.
края не сорвись. И куда же мы теперь пойдем? Что? Волки. Они не со зла. Они есть хотели. Да, это наверняка. Что? Он не может это использовать. Мы можем. Куда дальше? Нам сюда можно? Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Thank you.
теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Может, сюда? Смотри, Драугр! Почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллями. Я знаю, просто... Да, отец. Атрей, за мной! Уже иду! Ворота должны открываться.
Сын, сюда. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся? Наверху. Видишь? Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Выдохни и отпусти. Я попал! Хорошо.
еще живой. Где нож? Нет, закончи то, что начал. Я не могу. Yeah!
Возьми себя в руки! Я живой! Убей его! Берегись! Сын, посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя! Я доказал тебе! Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Я готов. Закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно. Huh?
Все никак не откроешь двери? Тихо. Лес изменился. А я говорил, закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Иди в дом, сын.
Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь я. Какое жестокое разочарование! Давай же! Скучен!
Бесполезно! Ты скучен! Бесполезно! То, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Ай! Ай! Ай!
задел за живое, да? Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет.
Тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Давай!
же! Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог! Был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого. Что тут случилось?